то, что я ОП игрок на команде второй, но тем не менее на нюке мы АВП не используем, по сути, потому что он тут вообще, я считаю, не нужен. То есть играть налево с АВП, ну, в принципе, безидейно, потому что тут обязательно нужен автомат, который много патронов и который будет сможет принимать как можно больше, как можно больше демеджа. То есть АВП там выстрел и сразу вас разменивает в любом случае. То есть там убить несколько врагов очень сложно. Поэтому он, в принципе, неэффективен. Хотя есть некоторые команды, такое практиковали, допустим, ДТС. У них вроде было как-то куча играл с АВП, но он играл на хелп, опять же. Так что я лично считаю, что АВП налево не нужно. Что касательно проблем держания точки лево, то, наверное, самая громадная и самая такая весомая — это будет респ. То есть очень тяжело играть, у меня бывает такая ситуация, когда мы играем браки, и у меня респ самый последний. То есть я появляюсь либо пятый вот тут, либо вот тут, буквально там третий, четвертый. Соответственно, я занимаю лево с очень плохим респом, хотя я там основной игрок, и мы его это не меняем никогда. Поэтому это на самом деле очень выводит меня. Вот. А все остальные проблемы типа перестрелки, тут уже выходов, это уже все, наверное, касательно стрельбы. Потому что тут налево играет роль микроигра. Именно рефлексы и стрельба. Важным моментом игры налево есть, на самом деле, его поджимы. Что очень тоже важно для антивыходов на ап. То есть, допустим, если идет свой выход на ап, чтобы тут, допустим, один пятый ультимейт поджал лево и стоял уже близко, ему принять, допустим, спину убивать игроков там, или заходить в спину там, допустим, если очень плохой размен, да, то вы можете рваться в будку или в двери и делать важные очень дела, на самом деле. Но это все на самом деле приходит с временем, наверное, с опытом. Просто учишься более анализировать игру любого соперника и примерно предполагать. Плюс какой-то, наверное, все-таки есть типа чувства, чуйки, наверное, скажем так. Допустим, если вы второй по респу играете на хп, то, соответственно, если ваш человек занимает, обычно открываются три флешки моментальные, и хопает сразу становится по 90, точно так же, и принимается крест-накрест с двумя тиммейтами. Или же просто можно, допустим, если вашего тиммейта убивают, и они только выходят на битак, я просто кидаю обычно флешки сюда, и выхожу под них и топлю. Но тут на самом деле очень опасно, просто надо знать точную инфу, вышли вы враги сюда, там, сюда и так далее. Смотрите в следующем выпуске. Если бью утраж, пытаюсь одного залить и отхожу под палатку, к примеру, становлюсь так вот без головы, чтобы меня не залили, и принимаю на заход. Потом, если засижу на плант, отхожу и начинаю, допустим, можно отойти, это хорошая позиция, отойти сюда и принимать пробегающих сюда.